На страдания мне не осталось времени никакого. Надо говорить толково, писать толково. Про Турецкого, Гороховского, Кабакова. И учиться, фотографируя и глазея. Различать пестроту и цвет, и собственный опыт. Где-то хохотнул, где-то выдохнул, или опыт. Вероятно, когда я вдруг крахну и вдох, меня втиснут в зеленый зал моего музея. Пусть мне нечего сообщить этим стенам, им есть, что поведать через меня, и, пожалуй, минус этой страстной любви к работе в том, что взаимность съест меня целиком, поскольку тоталитарна. Да, сдавай ей нормы и все избытки, и все излишки, а мне надо давать концепты и делать книжки. И на каждой улице у мальчишки пропадающего фезда. Что до стихов, дело пахнет чем-то алкоголическим. Я себя угроблю таким количеством. Кто-то праздник будет отдельным личностям, подмещенным моим расшатыванием основ. Что же вам слышно там на какой-то кошмарной громкости? Где же у вас место для этой хрупкости и ломкости? И куда вы сдаете пустые емкости из-под всех этих крепких слов? То, что это зависимость, вряд ли большая новость. Ни отсутствие интернета, ни труд, ни совесть не излечат от жажды, да всякой рифмы, то есть жадный, как бешеный волчица. Тот, кто вмазался в раз, приходит за новой дозой, первый ряд видит меня с угрозой. Что до прозы, а я не умею прозы. Правда, скоро думаю научиться. Предостережение ты плохо кончишь, сплошь кому надо. Я умею жить, что в торнадо, что без торнадо. Не насильственной смерти бояться надо, а насильственной жизни оно страшнее. Потому что счастье не заработаешь, как не майся. Потому что счастье там не майся. Счастье не ломайся, главное, вздымайся, не унимайся. Разве будет хоть в дьявольской тишине? Потому что счастье не интервал, хватит молиться. Не зависит от места бегства, если стало тесно. Счастье — это когда заткнулся в начале текста, а тебе подсказка из зала. Это про дочь подруги сказать, одна из моих племянниц. Это пойду домой, и все вдруг нахмурились и замялись. Приобнимешь мальчика, а у него румянец. Скажешь, проводи до лифта, а провожаю аж до вокзала. И не хочется спорить, поскольку все уже рассказал.